Соберитесь, я всем расскажу. Я вам расскажу обо всех, обо всем. Да, только прошу никому ничего. Тайна, только тайны открою я вам. Да, слышали новость? В церкви проблемы. Ужасно, просто кошмар, просто кошмар. О, моя миссия так велика в церкви. Обо всех все узнать, рассказать. Да, сколько труда мой язык здесь несет. Много. Всем шепни, обличи, осуди. Да, о, моя миссия. Моя миссия в церкви весьма велика. Сколько терпеть мы пастырям можем? Дьякон-обманщик — просто беда. В семьях проблемы, даже разводы. Дети мирские идут прямо в ад. Даже не нужно во всем разбираться, а просто из церкви таких исключать. А молодежь, что какая духовная, вы посмотрите, ужас и страх. Пляски под музыку, в кожах одетые, юбки с разрезами, шеи в цепях. Нет, я не сплетник и не клеветник. Верьте, не верьте, сами проверьте. Сестры в одеждах, или в мужских, или в женских, братья в сережках, разве это духовно в церкви? Нет, никак нет. Нет церкви достойной, благопристойной, церкви Христовой. Это ужасно, просто кошмар, просто кошмар. Был у пятидесятников, был у субботников, был у баптистов, у иговистов, у отделенных. Нету духовных, нету достойной церкви Христовой. И у пятидесятников, и у субботников, и у баптистов все так же нечисто. Все те же проблемы, те же проблемы, те же дилеммы, те же дилеммы. Ой, грешники, 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 грешники. Бежать, бежать, скорее бежать. А где же церковь святую найти для себя? Не знаю я, не знаю я. Кто же спасется, кто же спасется, кто вознесется, кроме меня? Грешники, покайтесь! Эй, грешники, сюда, грешники тут, грешники там, грешники здесь, грешники там, эта сестра разведена, брат, протрезвись, в небо стремись. Так озабочен я святостью церкви, что некогда Богу молитву сказать, даже читать, Библию некогда даже читать. Все вы здесь грешники, все вы насмешники, все вы завистники и ненавистники, все вы здесь сплетники, все вы клеветники, нету духовной здесь, кроме меня. Как же мне все-таки трудно приходится, нету духовной здесь, мало кто молится. Как же я все-таки, как же от вас я устал? Нет больше силы, я так устал, нет больше силы, я так устал.